Здравствуйте, с вами Асимачка Анастасия, и в этом видео я хочу рассказать вам о дегу. Дегу – это южноамериканский грызун, распространенный на территории Боливии, Перу, Чили и Аргентины. Второе название зверька – чилийская белка. Длина тела с хвостом до 35 сантиметров, весит в среднем от 200 до 300 граммов. Продолжительность жизни дегу – 6-10 лет. Они являются одними из наиболее активных и подвижных грызунов. Одно из самых главных достоинств – от дегу почти нету запаха. Они очень чистоплотные, дружелюбные и любознательны. Кисточка на конце хвоста может легко оторваться, поэтому животное нельзя брать за хвост. Перед нами временная клетка для съемки видео, но для содержания этих животных необходима клетка размером не меньше, чем 120 на 60 сантиметров и высотой не менее метра, с тремя длинными полками во всю длину клетки. В качестве подстилки можно использовать опилки средней и крупной фракции, бумажные и кукурузные наполнители. Убирать в клетке необходимо по мере загрязнения наполнителя. Также нужно 3 раза в неделю по 15 минут устраивать песочные ванны для чистки шерсти дегу. В клетке обязательно должны быть металлическая или керамическая кормушка, отдельная для каждого зверька, поилка, металлическая сетка или деревянное беговое колесо диаметром не меньше 28 см, домик и гамак. Располагать клетку нужно подальше от аппаратуры, батарей и занавесок. Также дегу боятся сквозняков, прямых солнечных лучей и повышенной влажности. Комфортная среднесуточная температура от 22 до 24 градусов. Самое важное в уходе – это полноценное питание, основой которого являются специализированные корма для дегу, не менее 3 разных, и сено. Помимо этого в рацион животных желательно включать пророщенные зерна злаков, листья салата, одуванчик, подорожник и другие травы. Кормить животное нужно 2 раза в сутки – утром и вечером. Нельзя включать в рацион дегу кисломолочные, перезрелые фрукты, орехи, а также вареное, жареное, соленое, сладкое и консервированное. Дегу нельзя кормить фруктами, ягодами и зерновыми, так как у этих животных есть предрасположенность к сахарному диабету. Обязательно в поилке должен быть запас свежей воды. Дегу грызут все, поэтому как можно чаще балуйте своих питомцев веточками ивы, липы и фруктовых деревьев, так как зубы у них растут в течение всей жизни. Дегу – социальные животные, поэтому необходимо заводить несколько зверьков одного пола, чтобы потом не приходилось задаваться вопросом, куда девать потомство. На этом все. С вами была Асимачка Анастасия. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Увидимся в следующих видео. Здравствуйте! Меня зовут Светлана Ивановна Постол. Я являюсь руководителем городской детской общественной организации «Ассоциация защиты животных». Я обращаюсь ко всем, кто в состоянии нам помочь. Для кормления, лечения, стерилизации, для передержки бездомных животных, а также для оказания помощи волонтерам-пенсионерам необходима финансовая и материальная помощь. Информация о том, как вы можете нам помочь, находится в описании к этому видео. Будем благодарны за любую помощь.